14 лет тебе поставили диагноз шизофрения. После того, как ты вырезал слова «начни с себя» у себя на груди канцелярским ножом. Начни с себя. Что это значит? Взгляни на эти вещи. Какие твои? Не тратьте свое время на всю эту чепуху. Моего тут ничего нет. А это твое? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Что? Господи! Всякий раз, услышав твой ответ «не знаю», я буду спускать курок. Это твое? Слушайте, я не знаю... Да ты свихнулся! Последний шанс, Эван. Это... вещь! Твоя! Привет, дружок. Это не первая твоя жизнь, Эван. Ты бесконечен. Ты жил и умирал тысячи раз. Вы говорите о реинкарнации? Если сумеешь вспомнить, кем ты был, то поймешь, кем можешь стать.